ответить ему на ремне. Я, конечно, на подмогу к Ветиеве поспешил, спрыгнул бегом на дорогу, без матом обложил. Их ответ был очень грубый. Мелкий винегрет. Я потребовал награду, нежный девичий миньет. Отвечала леди Ева, задравши нос. Я на небо тебя брала, пою грустный хуесос. Чем же блядская ты рожа, я тебе не подхожу. Хуй на месте, яйца тоже, да хоть жопу засажу. Леди Ева встала в позу, нихуя себе прикол. Чтобы я такую розу, не надо принцу быть козёл. Между тем, гремя за лупой, ехал мимо Ланселот. Человек он был не глупый, но драчун пиздюк и мод. Был он редкостный мастак, людоедом великаном, жопу рвался просто так. Увидал он леди Еву, крикнул мне: как смеешь ты посягать на королеву охуенной красоты. Отвечал я: ты вонючка, ебал тебя конем. Если хочешь эту сучку, можно выебать вдвоем. Ланселот, блин, он ебучий, услыхав такую речь, рожа стал чернее тучи, подтащил из ножен меч. Сыпались ветвей.
бляди, драйё во все места.